Всем привет! Всех приветствую на своем канале. Будем жарить гренки. Налила масло. Тут хлеб у нас вчерашний. Яйца разбила. Масло подогрелось. Садик, ты любишь гренки? Ну, не очень так. Не очень? А кто любит? Расулик? Да. Сегодня буду готовить селедку под шубой. Взяла такую жаровню. Думаю, использую под салат тоже можно. Тут у меня свекла красная, две штуки. Несколько картошек. Картошка темная, потому что она розовая. Это все я сварила в мундире. Картошку, морковку, свеклу почистила, приготовила. Лучок один. И вот такая вот селедка. Терка моя. Сейчас начнем с вами готовить. Сейчас я рыбку почищу, отделю филе, косточки, шкурку. Приготовила супчик на завтра. Всегда суп переливаю в эмалированную кастрюлю, пока горячая, потом уберу в холодильник. Что-то я боюсь оставлять в таких кастрюлях нержавейках. И майонез у меня. И соль. Потихоньку приступим, друзья. Почистила я селедку. Вот, отделила косточки, шкурку убрала. Вот такие филешки. Сейчас все будем потихоньку резать. Я сейчас поставлю на штатив телефон. И начнем готовить, друзья. В первую очередь хочу замариновать лук. Кубиками меленько нарежу и замариную минут на 15. Вот так. У меня уксус 9%. Чуть добавлю сольки. Пусть постоит. Сейчас будем натирать по очереди все наши овощи. Потом я вернусь. Друзья мои, все я подготовила. Натерла морковку. Свеклу, картошка, мелко нарезала селедку, перемешала с луком и яйца. Сначала хотела сделать без яиц, но потом решила уже и яйца добавить. Начинаем собирать наш салатик. Сперва вниз добавим нашу картошку. Слой. Разровняем ее. Чуть-чуть присолю я его. Капельку. И добавлю майонез.
Теперь добавим нашу селедку с луком. Разровняем наш слой с селедкой. Так, вот так у меня осталась картошка немножко и селедка. Выбрасывать не будем. Добавим еще и ее сюда. Раскидаем ее тоже. Добавим сверху нашу селедку, остальную тоже. Не будем продукты портить. Вот так. Добавим нашу морковку. Все натерла на крупной терке. Только яйца натерла на мелкой. Чуть-чуть присолю морковку. И добавлю майонез. Так, отправим наши яйца сюда теперь. Сой. Присаливаем немножко. Чисто символически. Теперь наша свекла. Свеклу можно и руками. Без рук никак не получается. Как бы ни старался. Майонез. Ну, украшения у меня не очень. У меня один желток. В холодильнике нашла я один маленький помидорчик. Попыталась с нее сделать розочку. И в итоге вот что у меня получилось, друзья. Вот так вот. Ну, его надо отправлять в холодильник настаиваться. Ну, я сейчас кусочек отрежу и вам покажу. Потом отправлю в холодильник. Вот я порезала кусочек.
А салат сейчас отправится в холодильник. Сейчас попробую кусочек. Друзья, очень вкусно. Всем приятного аппетита. Очень вкусно. Друзья, я вам всем желаю крепкого здоровья. Удачи вам во всем. Всех благ. Я на этом буду, наверное, заканчивать свое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока. До следующих встреч, друзья.